Let's
Красной площади Троицкого филиала «Челгум». Достаточно длительное время троичане готовились к этому необычному событию. Мы поприветствуем волонтеров в зеленых кепочках, которые проделали огромную работу, мы еще о них скажем сегодня. А также в той стороне площади координаторы в желтых кепках. Давайте их поблагодарим, которые порядка 10 километров шагали пешком сегодня. Но через минуту мы узнаем все самое важное. Добрый день, дорогие друзья! Поздравляю вас с замечательным праздником. Повезло нам сегодня с погодой, конечно. Очень приятно, что город, насколько мне известно, с количеством жителей около 76 тысяч, собрал столько желающих поучаствовать в установлении рекорда. Это, конечно, колоссальный процент. Итак, рекорд России. Самая длинная цепочка из людей, взявшихся за руки, с результатом 4477 участников. Объявляю официальное зафиксирование. Конечно, но сначала добрый день, Троицк! Я благодарю, конечно, и книгу рекордов, но в первую очередь это достижение наше с вами. И пусть оно не такое большое, как кому-то может показаться, но оно говорит о том, что вместе мы можем многое. У Троицка большие перспективы, если мы будем вместе также заниматься его развитием. Поэтому я поздравляю вас с этой наградой, это наша общая награда. Сегодняшним праздником Троицк, живи и процветай! Ура! Ура! Ну что ж, памятная фотография.